меня произошло знакомство с Яной. Я просто случайно ВКонтакте в ленте новостей наткнулся на рекомендуемое сообщество. Я зашел, начал читать, смотреть, и я понял, что это что-то принципиально новое. И здесь я сразу почувствовал, что это что-то другое. Больше всего в подкастах Яны срезонировала чистота ее голоса, ее какая-то честность, какая-то сакральность, ее звучание. Просто ты слушаешь и понимаешь, ну, как минимум, ты давненько не слышал такого голоса в том же, например, интернете. Как-то говорят, ну, другим тоном, но по-другому. А этот голос, он проникает куда-то вглубь тебя, действительно, и отзывается. Это я заметил фактически сразу. Какое-то время назад я начал приобретать платные продукты изнанки, ну, чуть менее серьезные, чем интенсив. То есть постепенно вливался, и с каждым разом я все больше и больше понимал, что... И сравнивал с теми практиками, какими-то, которые я пытался делать, с теми книгами, там, о той же духовности, которую пытался читать, я понимал, что это действительно, это другое, это серьезно, это честно. Читая те же материалы изнанки, я пытался, конечно же, представить себе, что такое это самое наблюдение, о котором постоянно упоминается. Мои попытки ограничивались просто какой-то картинкой, какая-то неживая, застывшая картинка. Я не понимал суть вообще вот этого наблюдения. Пройдя интенсив, я совершенно по-другому воспринимаю это. Действительно, здесь я скажу так, это ощущение, это не картинка. Действительно, оно формируется не так вот за один раз по щелчку пальцев, а в несколько этапов в течение какого-то времени. К этому ощущению нужно привыкнуть. Оно должно тебя войти, загрузиться, как сказать. То есть это действительно выставляется. И какие-то моменты делаются, выставляются только с помощью проводника, с помощью Яны. То наблюдение, которое у меня сейчас, оно принципиально другое. Оно объемное, живое. Я ощущаю себя этим наблюдением. Процессом наблюдения, когда нахожусь в наблюдении со стороны. Это был не самый простой месяц, но я скажу так, это был довольно приятный труд. Для меня все больше и больше открывались какие-то тонкие моменты, которых я раньше вообще не замечал, проходил мимо. Чувствовал себя все более живым, можно сказать. Я чувствовал, как меня становится все больше и больше, что я все больше и чаще я бываю в моменте, что я все больше присутствующий, а не где-то там, улетевший в мысли, в какие-то картинки, концепции, или вообще непонятно куда, как бывало часто раньше. Сначала он был очень интересный для моей личности, но потом она начала сопротивляться. Она почувствовала, как теряет надо мной контроль. Несмотря на сопротивление, я продолжал двигаться. Спасибо огромное, опять же, Яне. Она помогала мне, где нужно, были созвоны, давала мне какие-то ценные советы, чтобы я продолжал двигаться к самому себе. Я просто по-другому стал ощущать вообще мир и себя. Стояние на гвоздях. Я прозанимался этим ровно полгода, и именно во время интенсива я понял, что это для того, чтобы поддерживать какой-то образ себя или соответствовать каким-то установкам, вложенным мне, возможно, вообще еще в детстве. Ну, например, установки, что надо терпеть, да, терпеть боль. Я стоял на этих гвоздях и терпел боль. Потом начал привыкать, купил новые гвозди, которые были еще больнее, и снова терпел. А потом я в какой-то момент, когда получил небольшую травму, я подумал, а для чего это делаю? В принципе, да? Для чего мне эти гвозди? Чтобы учиться игнорировать свои ощущения, которым, может быть, стоит наоборот прислушаться. Также стоит упомянуть про музыку, которую я слушал. Я музыкант. Музыка для меня огромная часть жизни. Я стал более внимателен к тем состояниям, которые моя личность испытывает во время прослушивания той или иной музыки. Стал гораздо меньше
слушать что-то, а что-то вообще перестал. То есть действительно пошло переосмысление каких-то моментов за счет обнаружения тех вещей, которых я раньше не замечал. Потому что, видимо, не умел быть в наблюдении грамотно. Если многие практики обещают человеку помочь найти какое-то волшебство где-то там, вовне, то здесь, при прохождении этого интенсива, я почувствовал, знаете, волшебство момента, его наполненность, многогранность. Наблюдение как раз-таки и учит не уходить в какие-то концепции, идеи, не улетать в какие-то красивые образы, картинки. Наблюдение учит видеть волшебство в самых обычных вещах, не убегая куда-то там. Наблюдение учит видеть и чувствовать волшебство прямо здесь и сейчас. Интересный момент, когда читаешь сообщение Яны, это одно. Когда слышишь ее голосовые сообщения, это уже другое. Когда лично общаешься с ней по телефону или тем более по видео, то там вообще ты просто чувствуешь ее частоты, тебе самому начинает это резонировать, у тебя просто меняется состояние. В первую очередь ты чувствуешь какую-то теплоту, ты чувствуешь большую глубину и спокойствие. Ты чувствуешь больше контакт с самим собой. В общении с Яной как раз-таки ты все больше чувствуешь себя настоящего. Она помогает тебе почувствовать себя в моменте. Я пытался изучать какие-то материалы изнанки, как я уже говорил. И я все ближе и ближе подходил к этому интенсиву, но действительно прочувствовать это собой глубинно, пережить этот практ и просто трансформировать свое мировосприятие, почувствовать гораздо больше контакт с самим собой. Мне кажется, нереально без такого человека, как Яна. Она дает тот уникальный, как сказать, опыт, то уникальное ощущение, которое просто откладывается в тебе и остается. И дальше от этого ощущения начинает что-то переформатироваться. Но вот как огонь зажигается от огня, да, должен быть изначальный импульс, изначальный источник. И Яна как раз-таки таким источником и является. Поэтому я, конечно же, советую не ограничиваться самостоятельным изучением материалов, хотя они, конечно, тоже хороши, они отлично подводят, подготавливают человека к этому практу. Но таинство практа, таинство путешествия к самому себе, таинство пути без пути должно также состояться. Хотя бы должно состояться наблюдение, это основа. И здесь как раз-таки Яна очень вам поможет. Вот, за время прохождения интенсива отпало много различных суетливых моментов в моей жизни, скажем так. Я все больше и больше стал действительно присутствовать в моменте и заметил, сколько ненужных вещей я делаю, сколько каких-то непонятных практик, непонятной музыки слушаю. Я стал больше взаимодействовать с моментом и с самим собой, конечно же. Рекомендации тем, кто сомневается. Здесь будет не совсем просто в том плане, что действительно придется пересмотреть и, возможно, расстаться, скорее всего, расстаться с какими-то концепциями, видениями. В этом плане будет не совсем просто, но взамен каждой навязанной откуда-то извне концепции, призмы, восприятия, вы все больше и больше будете получать себя настоящего, свое настоящее видение, свое присутствие. Вы будете терять вот это вот наносное, но будет приобретаться настоящее. И мне тоже было не совсем просто, но знаете, это стоит того. Наносное, оно приходит, потом куда-то уходит, приходит что-то новое и снова уходит. Это постоянная суета, постоянный круговорот. А настоящее, ты приходишь к этому, обретаешь это,
И оно никуда не девается, оно всегда с вами. Потому что оно не может никуда деться. Оно было, есть, остается с вами, останется только это обнаружить вам самим. Обнаружить и повернуться к этому. Яна очень теплый, живой человек. Она действительно располагает к себе. И мне легко было с ней общаться, легко, приятно. Происходило живое взаимодействие. Я в первые же минуты разговора, когда мы созванивались, особенно это чувствовалось, я ощущал, как меняется мое состояние, как мне становится как-то теплее, спокойнее. Яна, спасибо огромное за этот интенсив, за опыт, который я прошел, за ваши старания, за вашу поддержку, сочувствие, эмпатию, за вашу заботу и ваше тепло, которое вы даете нам всем, мне в том числе. Спасибо большое. Ваш проект отличается действительно всей кучей вот этой лабуды, которую я успел перепрактиковать за многие годы, перепробовать. Это действительно что-то принципиально другое. Это другой уровень. Это гораздо большая глубина. Это действительно что-то сакральное. Такого я еще не встречал. И как хорошо, что оно появилось однажды. Этот проект. Спасибо вам огромное.